Ну вот куда без этого помощника, а? Помощник Джерик. Мама не спит и детям не даю. Все что-то грызут, время 1:30 ночи. Ну а мне надо очень на завтра сделать вот такие подушечки. Поэтому я вот поразрезала, купила вот эту ткань Оксфорд, ну та, которая вот легко моется и не мочится. Это мне туда на диванчик, на бассейн. Вот этот вот, да, мой красавчик помощник. Все что-то грызут, что-то тусят тут. Скажи: мама, иди спать, а я занимаюсь такими подушечками декоративными. Наполнила вот эти вот подушечки, сейчас хочу все наполнить, чтобы они были одинаковые. Вот этот красавчик, которому я не разрешаю залазить на кровать, а он все равно залазит. Я ему говорю: спускайся, а он все равно. Ну, смотрите, сейчас не хочет. Да? Так, ругаются. Все, буду заканчивать эти подушечки. Сейчас понаполняю синтепончиком и потом их застрочу. И будут такие аккуратненькие подушечки. Ну, посмотрите на это. Сейчас. Опа-на. Че, не получается? Кто-то много ел? Нет? Легко, скажи. Мама, легко. Сейчас я тебе раскидаю тут все. Так, кому помогатора? Кому вот такого помогатора? Помогатор. Он все знает, он все умеет. Сейчас он вам тут построчит. Скажи: да, сейчас, мама, тут много, тут мало. Давай поделю. Да? Клёсотульчик. Господи, такой классный, такой смешной. И такие красивые зубки. Покажи зубки. А чего у вас такие большие зубки? Это чтобы вам улыбаться. Лохматун. Лохматун. Ну, все, тихонько. Ну, все, о. Все, мама раздраконила. Ну. Короче, сейчас мама будет все заново делать. Все. Так, давай тихонько. Тихонько закончим вот эти красивые подушечки, да, и ляжем спать. Джерик, зайчик. Вот такое чудо. Кому вот такое прекрасное чудо? Кому помогатор? Все. Пошел резвиться. Все, зайка, все. Уже поздно. Ну, если бы, конечно, я не ходила тут, то, конечно, бы малыши бы спали. Но так как я тут свет включила, и вот там вот строчу, и тут свет горит, и телевизор. Ну, в общем, понятное дело, мама не успевает. Нужно сделать много дел, а времени очень мало, да? Поэтому все, я побежала, дострочу, и ребяткам надо ложиться спать. Все, спокойной ночи всем. Спокойной ночи, мой сладкий. Спокойной ночи, да. Скажи: мама, папа, где вы? Я тут, а вы где? Мальчишечка в поиске мамочек, папочек. Прекрасный. Прекрасный, классный мальчик. Помогатор, да. Все, друзья. Я пошла работать. А то ребяткам не уснуть при свете. Давай сюда ближе, то сейчас упадешь. Давай сюда, И еще одна Мосенька. Мосенька красивая. Ай, красавец. Все, спокойной ночи.